Фермер из Ирландии был с головой погружен в свои заботы. Аккуратно перебирая тюки с сеном, он внезапно увидел нечто необычное. За одним из тюков сена сидели крохотные совята. В окружении дохлых мышей, испуганные птенцы жалобно попискивали и жались друг к другу. Фермер поспешил позвонить в организацию, которая занимается охраной природы и защитой диких птиц в частности. Когда мужчина рассказал им о своей находке, ему посоветовали поставить сено на место и позволить птенцам подрасти, поскольку они уже привыкли к этому месту. Кроме того, фермеру велели не использовать химикаты для истребления грызунов, ведь яд может попасть в организм совенка. Так фермер и поступил, вернув тюки на место, он вышел из амбара и аккуратно прикрыл за собой дверь. А нам остается надеяться, что совета вырастут крепкими и здоровыми. И возможно, будут и дальше помогать фермеру в борьбе с вредителями. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.